Яркие артисты, зажигательные номера, спецэффекты, фокусы, акробатические трюки без страховки – все это шоу воды, огня и света. В Владивостокском цирке с успехом продолжаются гастроли, захватывающие полной магии программы совместного проекта Российской государственной цирковой компании и московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Привезли вам действительно уникальную программу. Это, можно сказать, золотой фонд российского цирка. Что не номер, то обладатель тех или иных мировых наград. Шоу захватывает с первых секунд. Например, номер «Колесо смелости», где артисты в образе шотландцев без страховочного троса на высоте нескольких метров выполняют завораживающее сальто. А гимнастка Маргарита Чумахидзе на кордоволане бесстрашно парит под куполом цирка. Это отличительная особенность. В воздухе вы видите, вид сам по себе встречается редко, то, что это веревка, которую постоянно нужно раскачивать, на которую тяжело отходить на трюки. И этот вид, он вообще передается по малому количеству мастеров, которые могут эту технику передать. Вот кордоволан, он воплотился, на нем перья, в костюме перья, то есть это и символ женской красоты, и часть костюма. И здесь каждый символизируется своими эмоциями, которые переживает. Экзотические животные также демонстрируют феноменальные способности. На манеж выходят обезьяны, макака, сокол, попугаи, которые поражают своими трюками не только детей, но и взрослых. Вторая часть программы – это магия. Выступление иллюзионистов, представителей семейной цирковой династии в четвертом поколении Алексея и Анатолия Сокола. Они удивляют и восхищают своим номером с цепями, водой и освобождением атаков в считанные минуты. Подготовка опасного номера заняла несколько лет. Сложно удивить зрителя, но я считаю, что искусство наше, оно живое, и оно будет все равно брать и со временем только больше цениться за счет того, что это как раз не голограммы, не что-то такое техническое, не машинерия, а вот живые люди, живые артисты, которые трудятся, чтобы потом показывать шоу. В дни школьных каникул Владивостокский цирк приглашает приморского зрителя увидеть то, во что невозможно поверить. Ошеломляющий свет, обжигающий языки пламени, гигантские фонтаны и грандиозные водопады перенесут вас в мир, где три стихии сливаются воедино. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.